Надо бы что-нибудь посмотреть на ютубе. Блин, а что, может 10 тысяч литров кока-колы плюс ментос? Да не, он все равно провальный был. Ха. Может 10 литров кока-колы плюс 60 пачек ментоса? Да не. Так. Надо позвать друга. Кого позвать? Может Томпсона? Не, а может Виталика? Нету. Давай Томми. Да. Томми, сюда, бля, иди. Что тебе надо? Я вообще не знаю, что посмотреть. Блин. Что бы посмотреть? Можешь что-нибудь подсказать? Криты прославился благодаря поп-музыке. Советую, что за видео мне посмотреть. А? Посмотри поп-музыку. Ты это себе представляешь? Я возьму такое, врублю какую-нибудь песню Егора Крида. Криты прославился благодаря поп-музыке. Да не, думаю кого-нибудь позвонить. Так, о, позвони этому, как его там? Позови Томпсона, он точно что-нибудь надыбает там. Алло, Томпсон, тут тебя придурок зовет. А что ему надо? Он хочет узнать, что посмотреть. Приезжай. Эй, че тебе? Посмотреть что-то надо. Я вообще не знаю, что посмотреть. Блин, что бы посмотреть? Можешь что-нибудь подсказать? Ну, разговаривает, а телефон на подзаряд. Тогда себе в топ-5 популярных видео на YouTube. Или в топ-5, что стоит посмотреть на YouTube. Что ж, погнали. Ну ладно, приступим. Так, что сейчас популярно на YouTube? 10 литров колы плюс ментол. Как поджечь 10 тысяч бенгальских огней? Совсем не то. Сейчас популярны котики. Котики всегда собирали много просмотров, потому что они мяшные. Что ж, продолжим. Ой, котики. Сейчас все популярное на ютубе. Только котики самые популярные животные на ютубе. Есть видео про лайфхаки для котика. Например, один из лайфхаков для жизни кота. Да-да-да, сливки шов. Продолжим. Что ж. Следующее, что у нас под предлогом, это... Что это? Сможешь угадать? Собаки! Что ж, собаки тоже набирали много просмотров. Есть видео, где собака танцует. Но кто еще танцует? Оренбургские пчелки! Да, это те самые, которые в 2013 году и в 2014, похер, вызвали резонанс. И собрали очень много видео. Просмотров на ютубе, а потому что с ним не танцевал Винни-Пух. Но всем показалось, что это не совсем Винни-Пух. И с помощью одного канала, который помог мне вычислить... который помог мне вычислить того медведя. Да-да, это Брайан. Ну, не важно. Короче, это был Иван Гай. Таким образом, он перетащил все просмотры к себе на канал. Также, что сейчас популярно? Так, что еще популярно на YouTube? Это поможет нам снять 100-500! Yes! Плюс 100-500 даже появились по телевизору, идут уже 5 лет. Ну и в этом суть. Все знают, что первых видео Макса... Плюс 100-500 он показывал, что он взял идею у Рэя Вильяма Джонсона с 10 миллионами подписчиков. И да, я смотрел его канал. Значит, ничего познавательного не увидел, поэтому идем дальше. Еще есть Зисис, хорошо. Также популярное, но только без матов шоу. Но без матов это не камильфо. Блять, я усыкаюсь.
Посмотрим поп-клип. Пожалуй, да. И сменим тебе телефон. Ай, ладно, выкину.